Рижском ЦБК в Карелии запустили уникальную в России бумагоделательную машину. Это первый проект в нашей стране по вводу в эксплуатацию мощностей для производства небеленой мешочной бумаги за последние 25 лет. Стоимость новой машины свыше 80 миллионов евро. 3, 2, 1, запуск! Символический старт дали секретарь Совбеза России, председатель Госкомиссии по подготовке к празднованию столетия образования Республики Карелия Николай Патрушев, председатель Совета директоров АФК-система Владимир Евтушенков, статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, глава Республики Артур Парфенчиков. Почетные гости оценили производственную мощность и подписали первые рулоны мешочной бумаги. Владимир Петрович принял решение, которое мы сейчас видим в реализации. Важно, что он нашел возможность и уже вложил 14 миллиардов рублей. Мы видим эту машину. Я хочу поблагодарить Николая Платоновича, который сделал для Карелии и для того, чтобы этот комбинат преобразился, очень много. В результате запуска новой машины производственные мощности Сигежского ЦБК вырастут до 360 тысяч тонн готовой продукции. Объем производства мешочной бумаги, из которой делается легкий экологичный мешок, вырастет на треть. С вводом этой машины Сигежский целлюлозно-бумажный комбинат стал крупнейшим в мире производителем мешочной бумаги. При строительстве данной машины мы побили мировой рекорд по скорости строительства. Машину произвела для нас немецкая компания Voith, и по признаниям самой Voith, так быстро они еще ни одной машины не строили. Она более технологична. Она в какой-то степени даже более простая, чем предыдущие машины. Например, в предыдущих машинах было 3 пресса, здесь 1. В предыдущих машинах была очень сложная система подачи массы на напорный ящик, здесь она упрощена. Как говорят, гениальность и простота. И самые лучшие решения, которые были притворены в жизнь компанией Voith на предыдущих своих десятках машин, они применены здесь. Ввод в эксплуатацию нового высокотехнологичного производства – один из основных этапов комплексной модернизации Сигежского ЦБК, базового актива лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп», который, в свою очередь, входит в финансовую корпорацию «Система». Программа модернизации рассчитана на несколько лет. Общие инвестиции превысят 20 миллиардов рублей. Это одновременно и модернизация, и мы подвергли модернизации практически все переделы. Большая часть работы – это новое строительство. Сигежский ЦБК обеспечивает работой около 2000 жителей карельского моногорода Сигежа. Эксплуатация новой бумагоделательной машины создаст 200 рабочих мест, а налоговые платежи в бюджет Карелии увеличатся вдвое.